кипит, водичку жарко. Грузные хлопья им кинули девочки. Как тут свежо. Возле фонтана-то. Свежо, что-то. Рикошет от капельки прям. Здорово там. Сохраним наш город. Прокуратура Нерчинского района разъясняет уголовное наказание за вандализм до 3 лет ограничения свободы. Это фотография вандализма в городском парке. А там что? Там дорога не прощает. В 2018 году в Нерчинском районе 35 человек пострадали и 5 погибли в ДТП. Это слишком высокая цена за неосмотрительность, лихачество, пьянство. Прокуратура Нерчинского района предупреждает, ответственность за нарушение ПДД ужесточена и неотвратима. Вон пришла специально сотрудник прокуратуры переводит детей по пешеходному переходу. То есть она им показывает, надо переходить дорогу по пешеходному переходу. Или это может дети переводят бабушку через дорогу? Так нет, вроде она еще не бабушка. Бум-бум, а там арбузы и дыни продают. А здесь цветы еще не зацвели.